То есть безопасность превыше всего? Да, и доктора. И доктора. Всем привет! Вы смотрите новый выпуск проекта «Перекличка». Hello, телезрители! Руслан! Руслан на борту. And Коко Матурочка. Слушай, подожди, почему ты пытаешься говорить на английском? Может быть, я в будущем стану переводчиком. Кстати, очень востребованная профессия. Not bad, но если только с куриного. Ладно, на самом деле очень хорошая профессия. Давай составим топ профессий. Давай. Мы тогда с Матурочкой за ответами. See you later, телезрители. Ну а мы переходим к третьему месту нашего онлайн-опроса. По результатам онлайн-опроса, медиасфера – это та деятельность, которая заняла третье место в топе самых востребованных профессий. Медиасфера сейчас активно развивается, и уже много людей хотят работать блогерами, СММ-специалистами, журналистами, продюсерами и режиссерами. Кстати, блогер – это одна из самых популярных профессий в медиасфере. И кажется, что это еще и очень легкая работа. Но это только на первый взгляд. Ведь регулярно выдавать полезный и качественный контент довольно-таки сложно. А еще сложнее привлечь аудиторию, найти свою фишку. Если вы на протяжении долгого времени ведете свою страничку в соцсетях и у вас все никак не получается привлечь аудиторию, то не нужно расстраиваться. Ведь есть специальные люди, а именно SMM-менеджеры. Они занимаются продвижением блогов. Они участвуют в разработке стратегии и составляют бюджет. Так что берите на заметку, а мы двигаемся дальше. Журналист. Этот специалист должен ориентироваться во всех вопросах, касающихся жизни человека и окружающей среды. Если охарактеризовать его работу в несколько пунктов, то это будет поиск информации, обработка материала и создание готового продукта. Это может быть печатная статья, аудиозапись, видеосюжет или текст для интернет-ресурса. И напоследок назовем три причины освоить профессию в медиасфере. Первое. Вы владеете одной из самых интересных профессий. У вас всегда будет много событий в жизни. Второе. Вы будете много зарабатывать. Ну, если, конечно, будете трудиться и работать с нужными людьми. И третье. Вы всегда будете в курсе событий и трендов в мире медиа. Подведем итог. Профессии в медиасфере занимают третье место в топе самых востребованных. Привет! Сегодня мы составляем опрос и спрашиваем у симферопольцев, какая, по их мнению, самая востребованная профессия? Ну, по моему мнению, самая нужная профессия – это программист. Программист. Ага, поддержишь, я запишу? Да, конечно. А почему она самая востребованная? Ну, потому что сейчас в основном все сидят в телефонах, в компьютерах. То есть программист – это сейчас самая востребованная профессия? То есть ты станешь программистом? Да. Сегодня мы составляем опрос и спрашиваем у жителей города, какая, по их мнению, самая востребованная профессия. Как вы думаете? Вообще, я не знаю, очень мало людей. Мало? Ну, на кого ты хочешь? Вот на кем бы ты хотел стать в будущем? Я хотел полицейским стать. Полицейским. То есть, а вы как считаете, какая востребованная профессия? Понятия не имею. То есть, полицейский самый востребованный? Любая профессия хороша. Любая хороша. Все, да. Большое спасибо. Сегодня мы спрашиваем у жителей города, какая, по их мнению, самая востребованная профессия в наше время? Президент. Президент. То есть такого еще ответа не было. То есть президент – это самая востребованная профессия? Нет, конечно, я шучу. Ну, а если серьезно? Требования. Даже если… Ну, какие сейчас люди нужны? В какой профессии? В какой области? Как вы думаете? Не знаю, даже не знаю. Ну, я думаю, что это курица, курочка. Но я думаю, то, что это будет, скорее всего, связано с миром технологии или с интернетом, профессия будет самая востребованная, как вы считаете? Наверное. Скорее всего, с интернетом, да? Да. Сейчас речь пойдет о профессии, которой немного не хватило голосов до попадания в тройку лидеров. Нередко по телевидению мы слышим о повышении зарплат военным, увеличении престижа армии и проведении боевых учений, но редко задумываемся, кто же они, эти самые военные? Когда появились первые государства, их нужно было защищать от внешних агрессоров. Этим и занимались первые военные. Например, вождь племени. Он охранял свои территории и народ от захватчиков. Но государство нужно не только защищать, но и расширять его границы. Поэтому одни государства начали воевать с другими. А для этого нужны были люди, а не один вождь.
Так и появились первые военные наемники, которые за определенную плату шли служить в регулярные войска. Профессия военного существует и до сих пор, и вероятно, что будет существовать еще долгое время. Если вы готовы выполнять приказы и быть верным своему отечеству, то эта профессия для вас. Ну а мы переходим ко второму месту нашего онлайн-топа. Программист сегодня одна из самых распространенных и востребованных профессий. Программисты работают практически во всех областях. Это и не удивительно, ведь ни одна организация не обходится без программного обеспечения. Сегодня создаются продукты, огромные массивы данных, полученные из разных источников. Например, перекрестная обработка данных из социальных сетей позволяет увидеть моральные ценности и политические взгляды разных категорий людей. Создавая игру, программу или сайт, программист должен держать в голове сложный процесс и взаимосвязь данных. Значит, он должен обладать незаурядным интеллектом и пространственным воображением. Как стать программистом? Различают два уровня квалификации. Техник-программист – образование среднего специального уровня. И инженер-программист – квалификация, присваиваемая при получении высшего образования. В наше время программисты улучшают жизнь обычного человека и делают ее более комфортной. Эта профессия еще долго будет оставаться актуальной, потому что мир только начинает автоматизироваться, а программисты нас еще удивят. Привет, пацаны! Как вы думаете, какая сейчас самая востребованная профессия? Профессия? Сейчас. Я даже не знаю. Но она связана со спортом, как вы думаете? Со спортом? Ну, с курицей нет, с курицей не связано, да? Нет. А со спортом? Со спортом? Я думаю, да. Да, то есть это самая востребованная профессия связана со спортом? Да. Хорошо, большое спасибо. Спорт, народ. Сегодня мы спрашиваем у жителей города, какая, по их мнению, самая востребованная профессия сейчас? Я думаю, инженеры. Инженеры. То есть инженеры сейчас востребованная профессия? Ну, да, мне кажется. Вообще, в целом, какая востребованная профессия? Строители. Строители. То есть, ну да, строить здание нужно. Да. То есть, это самая полезная профессия. Погладьте эту курицу. Курица? Сегодня мы составляем опрос и спрашиваем у жителей города, какая, по их мнению, самая востребованная профессия? В нашем городе? В наше время. То есть, вообще, в целом, как вы думаете? Даже не знаю. Мне кажется, нам не хватает грамотных специалистов. Специалистов? А в какой области? Как по мне, сейчас стоит уделить больше внимания, может быть, медицине. Медицина. У нас выпускается много специалистов без узкой направленности. Угу. То есть медицина, то есть врачи? Врачи, как по мне, именно узкие специалисты. Хорошо. Спрашиваем у жителей города, какая, по их мнению, самая востребованная профессия сейчас? Без понятия. Как вы думаете? Ну, с чем эта профессия будет связана? С медициной или с интернетом? Скорее всего, с интернетом. С интернетом. Из-за технологий? Да. Хорошо, большое спасибо. Ты смотришь проект «Перекличка». Сегодня мы составляем рейтинг самых востребованных профессий в Крыму. Делаем это, как всегда, двумя способами – в онлайне и офлайне. Если со вторым все понятно, Руслан с курочком и турочкой опрашивают прохожих, то в онлайне не все так просто. Ты уже знаешь, кто расположился на второй и третьей строчке нашего онлайн-опроса. И остался самый главный вопрос – кто же расположился на первой строчке нашего онлайн-топа? Медицина с латинского языка переводится как «лечебное искусство» или «искусство исцеления». Еще до нашей эры в Китае существовала книга «Нэй Цзин» по медицине. Это говорит о том, что людей всегда беспокоил вопрос здоровья. Главная цель профессиональной деятельности врача – сохранение жизни человека и улучшение ее качества путем оказания неотложной, плановой и профилактической медицинской помощи. Врач должен быть готов оказать медицинскую помощь любому человеку, вне зависимости от пола, возраста, расовой и национальной принадлежности пациента. Поэтому прежде чем пойти на врача, нужно хорошо задуматься, справитесь ли вы с этой обязанностью. Если да, то другой вопрос – готовы ли вы постоянно учиться и совершенствовать свои навыки? Ведь обучение на этой специальности не быстрое, оно проходит несколько этапов.
Конечно, если вы хотите стать врачом высшей категории. Итак, если вы планируете поступить в медицинский университет, то вам необходимо либо закончить колледж, который предоставит вам начальные знания, либо окончить 11 классов и поступить в один из университетов, и потом стараться учиться дальше. Медицинские специальности занимают первое место в топе самых востребованных профессий. Но помните, чтобы стать врачом, одного желания недостаточно. Этой профессии нужно долго и тщательно обучаться, чтобы помогать людям. А помощь нужна всем. Кстати, животным тоже. Сегодня мы спрашиваем у жителей города, какая, по их мнению, самая востребованная профессия в данный момент. Как вы думаете? Мое мнение? Да. Мне кажется, полицейские, доктора. Полицейские, то есть безопасность превыше всего? Да, и доктора. И доктора, то есть здоровье, то есть... Безопасность и здоровье. Да. Самое главное, что нужно. Ну, я с вами согласен, наверное. Полицейский и доктор. Да. Хорошо, погладьте курицу. У меня дома их 20 штук. Ого. 20? Не хотите, чтобы было 21? Ну, мне хотели подарить. Хорошо, потом обсудим. Хорошего дня. Вы так рады меня видеть или курицу? Нет, это вообще очень странно. Да, это курица. Я знаю. Да? Знаете? Вы так удивились, как будто это пингвин у меня в руках. Сегодня мы спрашиваем у жителей города, какая, по их мнению, самая востребованная профессия? Я как работник школы вам могу сказать, что востребованная. Сейчас в данный момент. Желанная. Я бы не сказала востребованная, но нехватка учителей. Учителя очень нужны. Значит, это востребованная профессия считается. Да. Хорошо. Большое да. спасибо, Глати. Да, учу я. Вот как вы думаете, какая сейчас профессия нужна, важна? Ну, врач, учитель. Врач. То есть медицина считается нужной профессией, связанной с медициной. Ну, люди же болеют, да, то есть, конечно. Здоровье превыше всего. Ну, не превыше, но оно является такой же частью, как и все остальное. Вот учитель, он же тоже учит детей. Если бы дети не учились бы, что мы тогда бы получили? Ну да, правильно. То есть учитель, врач, основные такие профессии, да? Ну, и другие, например, строитель. Хорошо. Да, строитель тоже очень важная профессия. Итак, пора подводить итоги нашей переклички. Сегодня мы с вами искали ответ на вопрос, какая профессия самая востребованная. В интернете на него отвечали подписчики нашей группы в социальной сети, а в реале Руслан с Матурочкой опрашивали прохожих. По мнению интернет-пользователей, профессии, связанные с медиа, занимают третью строчку, программирование вторую, а лидером интернет-голосования стала медицина. Это мнение тех, кто голосовал в интернете. А вот мнение тех, кого встретили Руслан с Матурочкой. На третьем месте профессия полицейского. Второе место прохожие отдали учителям и врачам, а профессии, связанные с IT-технологиями, стали самыми востребованными, по мнению общественности. Вот такие дела. Ну что, еще не передумал стать переводчиком? Знаешь, я рассматриваю и другие варианты. Потому что востребованных профессий много, выбор большой. Ну, кстати, переводчика с куриного еще никто не отменял. С вами был Руслан. Руслан и Коко Матурочка. Всем goodbye. Пока.